В Южно-Казахстанском государственном педагогическом университете была организована встреча. В этот раз со студентами Шымкента встретились квалифицированные специалисты из разных регионов страны. Победители национальной премии «Учитель Казахстана-2021» поделились своим опытом с будущими молодыми специалистами. В ходе встречи финалисты национальной премии «Учитель Казахстана» отметили, что молодым специалистам важно быть предельно внимательными и всесторонними, чтобы стать учителем. Сегодняшнее мероприятие направлено на пропаганду профессии учителя и подготовку студентов к конкурсу «Учитель будущего». Также мы надеемся, что у наших студентов высокий уровень мотивации, чтобы в следующем году принять участие в конкурсе «Учитель будущего», говорит Ермек Мажитов. Премия «Учитель Казахстана» инициирована Фондом развития общественно значимых инициатив. Существует уже на протяжении 3 лет. В этом году в рамках конкурса был запущен проект «Студент Прайс Казахстан», направленный на выявление талантливых студентов, будущих педагогов. Отметим, что главная особенность проекта заключается в том, что принять участие в нем может любой учитель по собственному желанию. То есть рекомендации руководства образовательного учреждения, отделов и управления образования не требуются. Помимо профессиональной компетентности учителей в школе, при проведении конкурса учитывается их активность в общественной жизни и их лицо, отметили ответственные специалисты.